Губернатор Тюменской области подписал постановление о мерах социальной поддержки семей мобилизованных. В документ вошел комплекс мер социальной помощи, а именно: все школьники с 1 по 11 классы из семей военнослужащих будут обеспечены бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам техникумов, колледжей и вузов будут предоставлены бесплатные горячие обеды. Семьи воинов-сибиряков освободят от уплаты услуг детских садов. В школах создадут дополнительные бесплатные группы продленного дня для учеников с 1 по 6 классы. Дети военнослужащих смогут бесплатно заниматься в кружках и секциях в учреждениях дополнительного образования. При необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медицинскую помощь по полису обязательного медстрахования вне очереди. Супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста получат возможность пройти дополнительное профессиональное обучение. Меры распространяются на семьи тех, кто добровольно или по мобилизации отправился на службу вооруженных сил Российской Федерации, и те, кто участвует в специальной военной операции в рядах Росгвардии.